Итак, обладательницей титула «Мисс Россия 2012» становится... Голованова Елизавета! Голованова Елизавета! Смоленская область! Вот она, «Мисс Россия 2012»! Я хочу поблагодарить всех, кто принял такое важное и очень для меня решающее произошло сегодня событие. Спасибо вам большое, у вас очень добрые сердца. Я сейчас безумно счастлива, я даже не верю, поэтому не могу быть столь многословна, как обычно. Хочу поблагодарить Господа за то, что свершилось то, к чему я очень стремилась. И спасибо вам большое. Спасибо вам, зал, за поддержку. Друзья, мы попросим королеву красоты, мисс Россия 2012, совершить традиционное дефиле. Ура! «Мисс Россия 2012». Цветы!